бомбини. Я буду делать кексы. Мы сегодня будем печеньки делать, да? Да. Чтобы нам не было трудно, мы купили вот такую вот упаковочку, да? Покажи нам. Вот. Вот такая вот упаковочка, там уже все намешано, надо только добавить нам масло и яичко, да? Да. И получится тесто. Да. Вот тут такие печеньки, вот тут сзади инструкция, описание, как делать, да? Мы все прочитали. Ай, купали! Уже распаковали. Да. И вот тут вот таких вот два пакетика. Один это у нас пудра сыпать, да, потом, когда будут готовые печеньки. А второй пакетик у нас для теста. Пудру мы пока в сторонку и возьмем вот эту. Ну, давай начинаем. Да. О, надо ножницы взять. Гость, ты уже сделал? Да, надо большую дырку сделать. На, высыпай все туда. Аккуратно. Высыпай все высыпай. У нас Ян любит, да, делать печеньки разные, кексы, да? Аккуратно, сына, ж просила, аккуратно. Дай сюда, мама. Тебе зовут мини-бомбини, ты что забыл? Дай сюда мини-бомбини для мини-бомбини. Ты что же у нас мини-бомбини? Да. Так. Высыпали, да? Да. Теперь надо яичко. Ты сможешь сам разбить? Да. Давай, высыпай это яичко. Не, все, разбил с одной стороны, теперь открывай его пальчиками. Теперь. А ты пробуй. Ой, надеюсь, шкарлупа там не попала? Давай так, чтобы все вылилось. Не сделала как масло. Да. Теперь надо добавить масло. Ой, ручки теперь грязные. Держи. Можешь мне сок попить? Сок тебе попить? Да. Мы рубрику ведем, а тебе сок надо? Угу. Ну давай сделаем паузу, потом добавим масло, да? Нет, я хочу паузу. Ты скажи, я сейчас приду. Я сейчас приду. Я вернулась, наделим дальше кексы. Давай, что нам теперь надо добавить еще осталось? Масло. Ну, бери тарелочку и... Ой, прилипло. Стой, стой, стой. Опа. Теперь надо мешать? Да. Давай. Ты это умеешь делать. Стой, давай вот так, чтобы... Оп, на масло. Включай. Потихоньку сначала, да? Да. А куда мы эти кексы делаем, Ян? На духовку. Нет, куда мы потом понесем? Куда нам надо кексы понести? Садик. Садик. Дади, я правильно. Давай, поверни вот так. Держи. Я иду сам. Давай. Да хорошо, хорошо. Ой, не подымай только. Не подымай, Ян. Ниже отпусти. У нас будет песочная печенька, да? Вкусная, вкусная. Да. А вот ты взрослый секрет. Ну, он тоже с мамой сделает, не переживай. Да. А я умею сам. Конечно, ты у меня вообще все умеешь. А последний секрет. Ну, я не знаю, может, он тоже сам делает. Давай пока будем мешать, нажмем паузу. Ну что, мы тесто намешали? Да. Вот такое у нас тесто получилось. Да.
Здорово, да? Да. Надь, да, делаем дальше. Надо такие теперь, да, накрутить тоненькие полосочки нам, да? Да. Кукла какая большая. Ух ты! Мы еще такие печеньки с тобой не делали, да? Мы другие делали в прошлом году. Куба какая большая. Ой, ой, здесь капут, мама. Почему? Здесь. Смотри, надо вот такие вот крутить. Давай будем маленькие крутить, чтобы тебе большие тяжело крутить. Давай маленькие, смотри. Дай я тебе покажу. Я ставлю их. Вот такие тоненькие надо полосочки, чтобы потом вот так отрывать. Делать печеньки. Вот такие вот надо маленькие полосочки. Потом вот так. Не, я хочу другие. Другие? Какие ты хочешь? Хочу другие печеньки есть в прошлом году. Как в прошлом году? Да. У нас тесто другое. Нам надо... Это будут твои печеньки. Куква. Куква. Ой. Ой. Капут. Я сделала капут. Ты сделал капут. Куба какая большая. Угу. Мини-бамбини. Скажи, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. На, мама. На ту. Этот, ага. А ты будешь делать теперь? Мама, да. Я буду тебе подавать. Ты будешь подавать мне? Да. Ну, давай. А кто будет духовку включать? Мама. Ух ты, спасибо. Идем покажем, духовку включим. Иди включи духовку. Крути еще. Еще на 170 градусов. Нет, это ты уже много закрутил. Это? Вот так. И теперь вот эту еще включи. Это? Один раз. Да. Все, оставляй так. Все, пойдем делать печеньки, а потом всем еще раз покажем видео, да, как мы их сделали. Что ты, Яна, у нас по-другому все-таки решил печеньки делать? Как? Ты решил на формочке, да, их? Да. Меня зовут мини-бомбини. Извини, мини-бомбини. Получается формочки? Делай много формочек, а потом мама оторвет. Только хорошо нажимай. Вот так вот, чтобы... Смотри, нажал? Подожди, нажми еще раз. Нажал. И вот так пошевелил. Оп, следующую давай. Потом мама высунет. Пока рядышком делай другую, потом все повысовываем. Бери там мишку или елочку. Вот тут вот смотри, чтоб... много места, чтобы не занимать. Делай как знаешь. Пошевелить надо. Что-то еще нам влезет сюда? Сердечко вон влезет тебе или колокольчик. Пошевелить. Еще какую-то сделаешь? Еще какую формочку ты нам сделаешь? Это будут твои печеньки, ты их сам скушаешь, да? Все. Все. Возьми еще какую-то форму сделай. Цветок. Цветочек можно. Влезет сюда? Она влезет, посмотри. Да. Нет, смотри, там нет, не влезет, потому что... Вот так влезет, давай, нажимай. И пошевели. Вон у Яны такие фигурки получились, да? Капут. Какой там капут получился? О, не спасит, мама.
А вот мы их слаживаем, да? Бамбини, бамбини, уже готовы кексы. Покажи нам. Ух ты, шка. Покажи мне. Маша. Ну дай посмотрю. А попробуй, вкусный? Да. А ну попробуй. Я уже попробовал. Еще раз попробовай. Не хочешь? Пойдем кушать в зал? Да. Ну говори всем. Пока, мини-бамбини. Скажи, заходите на мой канал. Заходите на мой канал.